С вами передача «Руки оттуда», и сегодня у нас канадский омарчик. И под него, естественно, нужен особый напиток. К сожалению, свое любимое вино я не нашел. Ну вот типа шабли, ну, в принципе, это и шабли, ладно. Это шардоне 100%. Три топора нету тут. Поэтому придется сегодня пить южноафриканское и испанское сухое белое вино. Шмурделло. Это вот раньше время было, вот золотая осень вино. 2.18. Пей не хочу. Понимаешь? Ну оно в пакетах. Ну реально удобнее было. Ну хорошо, мы начинаем.